Так, ну вроде все должно быть норм, да? Так, еще полетели этим все равно. Ну, наверное, да. Почему нет? А подожди, здесь не забирается. Я могу забирается. Окей. Так, а я их не убиваю вообще 5 драконами-то?
Так, ладно, пусть стоим здесь пока. Пофиг. Мефа подходит сюда. И воздух нужен, да. Медведи берем, потом качаемся где-нибудь. Шести тоже, да, джойнится. Так, эти по доминантам они джойнятся. На самом деле сюда нужно мне этого... разведчика. Просто кого-то с ДД заслать, все. Так, 20, блин. 20 маны. Зря я его здесь выкупил. Ого, ни хрена себе тут. Стингер там жарует. 50 маны, кстати, герой. Ты же мой же, да? Это стингеровская уже. Но мы завтра сюда прыгнем. Кстати, у нас у Мифола книжки нету. А нету книжки, это проблема. Это, конечно. Вот это просто огонь. Прикольно, да? Жестко, не то слово, на 71 косолапый просто. Да их. Мишка косолапый по лесу идет, да? Шишки собирает. Ну что там дальше? И в карман кладет. На халяву, кстати, больше никто не женится, это плохо.
О-о-о! Черные драконы. Здравствуйте, здравствуйте. Заранее добрый вечер. Здорово. Здравствуйте, здравствуйте. Надо будет этих посмотреть заново, потом две сказки Джонни. Блин, за двумя даже не хочется идти. Ультра ранняя. 3 минуты у Стингера. 3 минуты. А у нас целых 6. Так, а у меня с воздухом-то вообще есть кто? Раздуплатор, здорово. У меня с воздухом никого нету, и это полная ерунда, это очень плохо, это очень очень плохо. Чем мефа с воздухом будет? Мефа с воздухом вообще пушка будет. У нас, кстати, по утопам меча нормального нету, пуза нету, да? Тапок нету. Главное, воду не скипать, советует кот. Кот говорит, воду, говорит, не скипай, алло, Кот умный, да? Или догадливый. Или у него интуиция развита. Или он просто балабол. Варианты ответа. Какие больше подходят? Нюх. 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 Вот это да. Я что-то развалился в кресле, почти сплю уже в нем. Лежу, точнее. Так. А у него там дипломат. Вы посмотрите. Вы посмотрите на этого прохло. Дипломат у него там. Адель. Ай-яй-яй. Остался хулат мой подогнать. Кот, блин, боже мой, не пиши, пожалуйста, а. Орфографию проверяй перед тем, как в чат отправлять. Мне кажется, я скоро за орфографию баны буду вводить. Холат у него. О, больно смотреть на это.
Правил таких нет. Но вот я чувствую, добавить надо. Чувствую, что-то на канале не хватает. Нафига, давайте по беспределу забаним. Мы разве тут кого-то баним по беспределу? У нас все по справедливости. Заслужил, получил. Даже бан нужно заслужить. Нормально. Добить их. Так.
Что за приколы? Я еще и продул, да, своего? Так, экспертный воздух, хорошо. Тут книжки воздуха, да, нет? Так, вот книжка воздуха, да? Шавку не оставил. Ну, кстати, да, шавку. Я еще могу, кстати, оставить. Зар, кстати, дипломат еще, да? Летим в серии, да? Проиграли серию, по факту. Так, вот это еще дипломат. Шестой день. Сюда надо ворваться, здесь утопы пособирать. Еще утопы на инферне есть, да? Так, а у меня еще одна утопа на грязи же, да, осталось? Я только три взял. Еще четвертая где-то есть. Так, этих чекнуть надо, этих чекнуть, да? Эти недосягаемости. О, четверо джойнится, кстати. Хорошо. Можно здесь, вот здесь, вот здесь, здесь прокачаться. И забрать тазаром. Так, там 4 джойнились, да? 9 этих джойнится, кстати. 9, 9.
еще здесь три, кстати. Три. Так, а я этих по доминанту не проверял. В два лица дебли, да? Вот оно что. А вот оно чё. Спасибо за игру, ГГ. Нет, Артём. Артём Николаевич. Ёма на мораль, что случилось? Кто там смотрел Стингера? Чё там у него? 4-1. Ну и... Дипломат. А, базовый. И коровы, серьезно? Где он коров-то нашел? Здесь что? Нахрена он сюда нападал? Второй раз уже слышал, что Стингер на коровах отъезжает. Что-то жесть какая-то. Ну вот что-то как-то клэш неинтересный был, да?
Да-с. Да, взаимно. Взаимно. Что-то как-то даже этот тухловатенько, да, получается. Но серию мы проиграли. Мы выиграли, получается, Clash, водный ауткаст. Проиграли аркаду, хотя шансы на выигрыш там были огромные. Проиграли Джебус первый, да, и проиграли М200. Но М200 там тупо не повезло. Маг с кучей машины против нашего воина. Без кучи машины. Без помех. Вот. Короче, до завтра. Спишемся. Блин, Стингер сам мне написал, что в 20:00. Потом пишет, давай хотя бы пораньше. Блин, вот. А потом говорит, что я машинила и душнила. Ну, если что, 20:00, это не я придумал, это он написал. Так, ладно. Все. На сегодня закончим тогда. Спасибо, господа, всем, кто был сегодня, пришел, поболел, поддержал. А завтра ориентировочно, скорее всего, в 20:00. Да, скорее всего, в 20:00 будет. Вот. Там серия, две игры от Романа. Вот, будем играть. Натив и MTG Bus Cross. Вот. Всем доброй ночи. До новых встреч. Мы сейчас к Пупку, наверное, поедем. Да. Поехали к Женьку. Он там старается. С Вовастиком душится. Все, давайте. ББ. Анонсы также в телеге. Перед матчем буду запиливать. Покедова. До тюрьмы надо как-то дотягиваться. Здорово, Василий. Спасибо за рейд. Здорово всем. Сегодня все рейды собираем.